У Климовском районе правоохранники спынили 5 грузовых машин, которые рухались с Польши в бок России. У одном автомобиля находилось около 20 тонн цибули, у остальных больше за 76 тонн яблоков. Мытный контроль высветлил, что товары перевозились по несоправданных документах. При проведении таможенного контроля установлено, что товар перемещался по недействительным товаросопроводительным документам, где пунктами доставки указаны белорусские города. Согласно законодательству, плодовочная продукция общей оценочной стоимостью более 80 тысяч белорусских рублей изъята. Товар помещен на склад временного хранения, начат административный процесс.